Сегодня его первая победа. And now three five-minute rounds in the ACB Bantamweight Division. Introducing first the fighter on my right, fighting out of the blue corner. He's a mixed martial artist standing 5'6" tall and weighing in at 135 pounds. His record, 14 wins, only 5 defeats. Fighting out of Tucumán, Latvia, Edgars, the Bear Slayer, Scrivers. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He stands 5'7" tall. He weighs in at 135 pounds. His record, 8 wins, only 1 defeat. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, Xavier, the Breadman, Alawi. Your referee when the action begins, Eric Filippo. Ну что ж, бойцы представлены. Перчатки с синим скотчем. Латвийский спортсмен Эдгар Скриверс. Перчатки красным местный Ксавье Алауи из Канады. Из 8 побед, кстати, ни одной победы нокаутом у Алауи. 4 он побеждал приемом, и 4 побеждал решением. Что касается Скриверса, то у него из 11 побед 5 побед нокаутом, 3 выигрывал приемами и 3 побеждал по очкам. Посмотрим, помогут ли родные трибуны Алауи, потому что он местный монреальский парень. Да, весовая категория это у нас чайший вес до 61 килограмма 200 граммов. Вот так видно, что ребята легкие, подвижные. Хороший захват от Алауи, но ничем не закончился. Да, там встретил ногой Скривер соперника и пытался подхватить ногу Ксавье Алауи. Пока что пристреливаются бойцы. Неплохая попытка от Ксавьера была. Да. Прошла у него двойка. Хорошо скиллов. Скривер не попадает своим лоу. Мы видим в центре клетки. Но вот сейчас начал было чуть-чуть поддавливать Алауи. Не бросаются друг на друга бойцы. Ну вот расчета такая. Алауи сейчас на встрече справа. Отличный ответный удар. Очень хорошо двигается Алауи, уворачивается от ударов. Решил поработать таким контровиком Ксавьер Алауи. Вот здесь чуть-чуть не дотянулся Алауи. Скриверс пока что тоже выбрасывает много ударов, но много из них приходится по воздуху. Ну вот сейчас прошел удар у латвийского бойца. Хорошо поймал Алауи ногу своего визави. Не смог это использовать. На встречу хорошо работает канадец. Легкий хайкик. Да, и вот двоечка, пожалуйста. Вот, похоже, что почти перестрелялся Ксавье Алауи. Точно попадает жебами навстречу. А здесь удается достать соперника из Криверса. Хайкик от Латыша. Ну, пока что ни один из бойцов много ударов не пропустил. Они присматриваются друг к другу, работают на дистанции. Но они уже распределили роли. Скриверс как
активный боец, а Алауи пытается поймать его на ошибку. Да, скорее с первым номером работает Алауи вторым. На встречу. А вот сейчас попал, кстати, латыш. Ждет момента Ксавье Алауи, чтобы цапнуть навстречу своего соперника. Не рискует. Вот сейчас попытался рискнуть Скриверс, но ничего не вышло из этого. Скриверс, кстати, работает в стойке левши против правши Алауи. Дает тем самым неудобство канадцу. И уже рассечение мы видим у Алауи. Под правым глазом появилась кровь. Попал Скриверс. Да, это рассечение туда. Отключает канадец. Скриверс улыбается. После пропущенных ударов. Показывает своему сопернику, что они его не волнуют. А у соперника тем временем бежит кровь. И заканчивается первый. Небольшое рассечение под глазом канадского бойца. Я думаю, здесь так не можно справиться. Сейчас, донни села. You know? And the thing is, they're telling him to kick your inner thigh all the time in the front leg. All right? Because you're karate. So they know that. So be careful for that. And you gotta use more leg kicks as well, man. He's open for them just the same way that you are, okay? Be ready. You're doing really good, man. You gotta find your range a little bit better than you are right now, okay? Его соперник обращает больше внимания на него, чувствуя жесткий лоу, и поэтому призывает Скриверса работать в ответ ногами, реагировать на лоу кики Алауи. Второй раунд пятого поединка этого вечера в легчайшем весе. Ксавье Алауи из Канады, из Монреаля, против Эдгарса Скриверса из Латвии. Скриверс в синих шортах, Алауи в черных. Снова осторожно начинают раунд бойцы. Ну вот, отличный прямой удар навстречу от Скриверса, попадает он. Вот, хорошо разорвал дистанцию Скриверса, но никто из бойцов друг по другу не попал. Хлесткий удар ногой от Скриверса. Пока что он активнее в этом раунде, у Алауи не получается работать навстречу. Подсказывают Алауи, что нужно бить по разным этажам из угла, чтобы отвлекать соперника. Отличная серия ударов, отличный размен от бойцов. Скриверс попал ногой в корпус, и Алауи ответил ему руками в голову. Вот теперь Алауи уже стал своими ударами доставать голову Скриверса. Там попали в нос, видимо. И канадский боец угодил ему кулаком в нос. Тоже появилась кровь. Выманивают друг друга бойцы, нанося очень много отвлекающих таких полуударов, размахивая руками, двигаясь на ногах активно. Это отличный хайкик от Алауи. Не точно в цель, но очень клёстко по защите. И вот первый тейкдаун в этом бою. Попытка тейкдауна от Алауи. Прижимает он клинч к сетке своего лотышского визави. Но попытка не удается, и бойцы расходятся, разрывая клинч. Хотел Эдгар Скриверс
вертушку провести, но решил этого не делать. Хорошо с левой через руку работает Луи, достает иногда челюсть Скриверса, хоть и вскользь, но все равно пропускает хороший удар. Судя по всему, только что Скриверс попал пальцем в глаз своему канадскому сопернику. Поэтому рефери остановил бой. Но все в порядке. Канадец может продолжить бой. Поэтому они начинают работать дальше. Хорошая попытка вертушки от Скриверса. Не довел он ее до конца. Он немножко взорвался сейчас. А Лауи по колыне он попал. И отмечает хай-киком Эдгар Скриверс. Ну, достаточно зрелищный поединок. Вот, смотрите, какие быстрые руки. Хорошо двойками работает Алуи, очень быстро, очень точно. Не успевает Латыш сориентироваться, пропускает эти удары. Ну и не стремятся бойцы переводить ситуацию в партер. Оба себя чувствуют, видимо, лучше в стойке, но по крайней мере. Пока что была одна только попытка тейкдауна от Луи, но она не увенчала успеха. Быстрые руки. Очень у канадца. И точно он работает. И похоже, что справились как-то. Рассечение ему не особо мешает. Вылетела капа. Зато в этом раунде у латыша бежала кровь из носа, и она немножечко мешает ему, я думаю, перекрывает отток кислорода через нос. Но с разбитым носом вообще биться очень тяжело. Да, это очень сильно мешает ему в плане дыхания. Вот хорошие размены от бойцов. Попадают они друг по другу. Да, показалось, что точнее был канадец. А вот сейчас там встречу и Скриверс попал и тут же пропустил двойки. Но Скриверс почему-то очень рад этому. Улыбается. Давит своего противника психологически. Там прошел, кстати, справа удар. За концовку второго раунда ударно проводят бойцы. Буквально в смысле этого слова. Неплохо, в стойке все очень вполне зрелищно, кстати говоря. Последние секунды. Звучит сирена по окончании второго раунда этого поединка. Ждем 10 минутку, пока все очень весело. Итак, третий раунд. Савья Алауи против Эдгара Скриверса. Алауи в перчатке с красным скотчем, но сейчас поймал его Скриверс, но очень быстро восстановился Алауи и опять нанизывал голову соперника на двойку. Очень хорошая подсечка от Скриверса, но Алауи устоял на ногах. Мне кажется, Эдгару нужно добавлять к ударам комбинации, не работать одиночно. Да, пока что комбинации больше получается у Алауи. Он работает как минимум двойками, добавляя ноги. Да, и опять-таки нет попыток перевода бой в партер. Чувствуется неплохо в стойке оба.
серию выбрасывал АУИ, но от большей части ударов теперь вернулся. Попытка колена в прыжке не точно. Взял паузу Скриверс, пробил фронт-кик. АУИ, как и раньше, ждет активности противника, чтобы отвечать на нее своими комбинациями. Хороший удар в корпус Скриверса. Очень хорошо двигается канадец, уходит от удара, подпрыгивает, возвращается на ударную дистанцию практически моментально. Вот вертушка, но удар ниже пояса, и бойцы пожимают руки. Извинился, да, Эдгар Скриверс. А вот хорошо сейчас встреча Сави Алауи Эдгара Скриверса. Канадского бойца. Пока что Скриверс работает активнее, но не точнее. У канадца ударов поменьше, но все они к месту и к цели. Вот начал поддавливать уже АУИ. Не станет. Хорошо левой рукой через руку по боксерски работает АУИ. Взяли паузу оба. Тем временем до конца минутки остается чуть больше полутора минут. Сейчас мы увидим яркую концовку, потому что бойцы начнут выкладываться. Очень хорошо проходят прямые удары у канадцев. Точно в цель. Риверс не успевает от них защищаться. Снова слегка цепляет подбородок латыша канадский боец. Вот, в принципе, на встрече у него получается работать на опережение. Пошла заключительная минута поединка. Здесь показалось, что чуть-чуть полтанул Скриверса АУИ. Да, но латыш быстро сориентировался, фиксировал себя в пространстве, скажем так. Не пошатнулся от этого удара. Последняя минута раунда. Бойцы все еще выманивают друг друга, заставляют открываться под удары. Шира, точнее, в исполнении Скриверса. Парировал ее канадец, бросился в ответ на атаку. Жесткое колено. И отвечает жесткое колено в ответ, да. Скриверс призывает своего соперника к активному бою, поднимает руки, работает ногами. Концовка поединка, правда, получается очень яркой. Бойцы не стесняются выкидывать мощные удары, но звучит сирена. Эдгар Скриверс уверен в своей победе. Но сейчас мы послушаем решение. Совершенно верно. Зал, ты со мной пойдешь победить. Все велико. Считаем он файт, мэн. Да.
va, j'ai vu 9 fois, t'as pas vu le film. ACB. When you're moving forward, you're doing it. Yeah, he was tricky coming forward, you know? You gotta move your head de la soirée ça. Ladies and gentlemen, after three hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards. The judges score the fight 29-28, Aloe, 29-28, Scrivers, and 29-28 for your winner, Edgar the Bear Slayer, Scrivers. Let's grab a word with your winner, Edgar Scrivers. Can I just grab a moment of your time? There we go, my friend. A tough, tough fight. You've gone into enemy territory for this one. It looked like the game plan was to really keep distance, avoid that grappling. Come on, give him. That was a fantastic fight and a brilliant performance, my friend. It looked like you really controlled the distance there. Was that the aim of the game? Man, the game plan was fight of the night. 10 G's, baby! Yeah! Listen, he's a huge star here. He comes out of the TriStar gym. What surprised you most about the game he brought tonight in this fight? Man, he standed with me, and I'm happy, because we put a good fight for you, fans, everyone. Man, спасибо Майербеку Хасиеву за этот возможность здесь выступать. Thank you, Marbek Hasiev, for the opportunity to fight in ACB. Man, Xavier, keep your head up. Let's do it again. Five rounds. Hey, great respect between the two. Absolutely brilliant performance. You want to say one more thing, my friend? Hey, Takeya Mizugaki, let's do it! Calling out the whole division. Look, fantastic performance. You've certainly put yourself in highlight in this division. Give it up one more time for both fighters, but your winner, Edgar Scrivers, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen,